что пожарные машины не могут проехать, остановились, получается, я вышел, смотрю, там девушка, ну, плачет, зовет на. Может, на шестой этаж, если пойду, оттуда смогу ее как-то вытащить или помочь. Поднялся на шестой этаж, постучался, дверь открыла девушка, она мне помогала, получается. В общем, руки у меня дрожали из-за того, что эта девушка, и слышал, как она кричит. Я хотел эти горшки с цветами убрать аккуратно, получается, там все четыре штуки я уронил как-то, там как бы беспорядок устроил. Попытался, открыл дверь, попытался дать ей руку, вижу, что не достаю, получается, и сам чуть не упал вниз головой. Как-то удержаться очень трудно было, первый раз чуть не упал, и потом подумал, получается, может быть, сумкой получится, у меня сумка была маленькая с собой. Посмотрел, ремни достаточно крепкие, и попробовал, получается, она зацепилась как-то. Было очень трудно, потому что она теряла сознание периодически. Как-то она чуть-чуть зацепилась, я ее вытащил, и как-то я схватился за ее пальцы крепко. Потянулся чуть наверх, потом за кисти рук. Ну, в общем, каким-то образом как-то ее потянул на себя, и она уже вышла с этой форточки и потихонечку поднял. Как только поднял, она потеряла сознание, получается, несколько раз теряла сознание, приводили в чувство. Потом забежали сотрудники МЧС, сказали, что нужно ее спустить в скорую. И пока я ее спускал, поднял, получается, и пока я ее спускал, в подъезде было очень много дыма, и сам чуть не задохнулся, получается, потом часа 2-3 я потом в себя приходил. Я представляю, что пришлось перейти этой девушке. После этого я ушел. Не хотел, чтобы кто-то об этом знал, но так получается, что друг рассказал там, и, в общем, начали мне звонить все. Так что, как бы не считаю, что это каким-то поступком героическим. Я думаю, любой человек должен там помогать таким образом.